Добро пожаловать в проект «Венера 100». Сейчас я вам расскажу, как при помощи нашего проекта вы получите финансовую прибыль. Перейдем к маркетинг-плану. Это человек, который пригласил вас на сайт, назовем его спонсор. А это вы пришли на сайт по ссылке, которую вам отправил спонсор. Вы покупаете место в системе и оплачиваете всего 100 рублей, которые сразу же автоматически система отправляет вашему спонсору. Далее, чтобы начать зарабатывать, вам нужно выполнить простое действие. Назовем это действие «квалификация». Квалификация – это приглашение в систему всего 3 людей по вашей личной реферальной ссылке, которую вы увидите после регистрации в своем бэк-офисе. Итак, вы пригласили 3 людей, и они точно так же, как и вы, после регистрации оплатили 100 рублей за свое место в системе. Смотрим, что происходит после. После регистрации оплаты первого человека его 100 рублей система автоматически переводит на ваш кошелек в платежной системе. А второй и третий автоматически переходят к вашему спонсору и остаются в его команде. А у вас остается только один человек, который вернул вам ваше вложение. Нарисуем условную линию вашего заработка в системе. Поместим на нее вашего первого человека и понаблюдаем, как запускается механизм, который принесет вам отличные доходы. Это ваш первый человек, так же, как и вы, заинтересован в получении денежных подарков, и он, так же, как и вы, выполняет квалификацию. Приглашает 3 людей в систему. Первый остается ему и возвращает его 100 рублей, а второй и третий переходят уже к вам, и вы получаете чистую прибыль 200 рублей. Что происходит дальше? Эти 2 пришедших к вам также приглашают по 3 человека каждый, по одному оставляют себе, а по 2 отдают вам. Таким образом, к вам в команду приходит еще 4 человека, и у вас в кошельке уже 600 рублей. Дальше происходит то же самое, и к вам в команду приходит еще 8 человек, и так далее. Армия людей и заработок растут в геометрической прогрессии. А теперь давайте посмотрим на таблицу вашего дохода за 4 месяца. При условии, что каждый участник системы закрывает квалификацию за 1 неделю, это достаточный срок, чтобы пригласить 3 людей. В первую неделю в вашей команде всего 1 человек, который вернул вам ваше вложение, а, к примеру, на 10-ю неделю ваш доход составит 100 500 рублей. А за 4 месяца вы уже можете заработать более 6 миллионов рублей. Теперь давайте представим, что вы не хотите ждать, и в первую неделю, помимо первых 3, пригласили еще 9 человек. Все эти люди уже никуда не переходят, а остаются у вас в команде. Таким образом, в первую неделю в вашей команде будет 10 человек и, следовательно, 1000 рублей в вашем кошельке. На 10-ю неделю у вас в команде более 5000 человек и доход 1 миллион 5000 рублей и так далее. А теперь давайте рассмотрим вторую часть маркетинг-плана. Каждый месяц участник за свое бизнес-место в системе платит 100 рублей. То есть спустя 30 дней после регистрации вам необходимо внести второй платеж в 100 рублей и так далее каждый месяц. Эти 100 рублей распределяются таким образом. 30 рублей отправляются вашему спонсору, 30 рублей уходят на развитие и обслуживание системы и 40 рублей отправляется в благотворительный фонд «Подари жизнь». Таким образом вы получаете пассивный доход в 30 рублей от каждого участника вашей команды ежемесячно. Рассмотрим таблицу пассивного ежемесячного дохода, который начнется у вас с 5-й недели. На 5-ю неделю у вас в команде 1 человек, вы получаете всего 30 рублей. А на 16-ю неделю более 100 тысяч рублей. На 20-ю неделю почти 2 миллиона рублей. Также рассмотрим вариант, когда у вас в первую неделю в команде 10 человек. Таким образом, на 5-ю неделю вы зарабатываете 300 рублей. На 16-ю неделю более 1 миллиона рублей. Следует помнить, что 2 человека, которых вы отдали своему спонсору для закрытия квалификации, должны быть активны, не забывали делать ежемесячный взнос в 100 рублей. Если один из них перестанет быть активным, то система удалит его аккаунт, а на его место встанет последний зарегистрировавшийся человек, которого вы лично пригласили. Только лично приглашенный вами человек может занять это место. Поэтому рекомендуем всегда иметь в запасе хотя бы 1-2 человек лично приглашенных на случай, если квалификация откроется. Так как при открытой квалификации люди, приходящие снизу к вам, не будут оставаться у вас, а будут уходить вашему спонсору. Квалификация должна быть всегда закрыта.
То же самое происходит с каждым участником системы. Если пришедшие к вам от вашего первого два человека перестанут быть активными и не оплатят ежемесячный платеж 100 рублей, то на их место также придут новые два человека, а все структуры ваших людей, которые покинули проект, перейдут к вам. Тем самым система становится нерушимой. Предупреждаем, что при любой попытке обмануть или обхитрить систему будет наказание – удаление аккаунта из проекта. Со своей стороны гарантируем своевременные и многократные оповещения об оплате ежемесячного взноса за неделю до его окончания. А сейчас мы рассмотрим таблицу, где представлен расчет средств, которые направятся в благотворительный фонд «Подари жизнь». На 16-ю неделю дети получат более 150 тысяч рублей. А если в вашей команде будет 10 человек, то на 16-ю неделю фонд отправится 1 миллион 638 тысяч рублей. Большинство людей за всю свою жизнь не жертвуют столько на благотворительность, а мы с вами будем. Скорее жмите на красную кнопку под этим видео и вперед на Венеру 100!